твой друг Ростик. Арина, что сегодня будем делать? Мы будем делать елку из шоколада. А не простую, а с киндер-шоколадом. Вот вкуснотища. Мои подписчики просили передать от меня привет. Принцесса Мэри и Анура Амихану. Привет! Спасибо, что смотрите мой канал. А теперь Ростик делаем елку из шоколада. Ростик, смотри, сколько у меня киндеров в шоколаде. Ого! Чтобы сделать елку, нам нужен клей и листик. Крутим наш листик конуса. Получается вот такая вот заготовка. Затем мы будем делать елку из шоколада. Мы будем клеить киндеры прямо на елку. Ростик, давай освободим все шоколадки упаковки. Первый киндер уже прилепили. Теперь делаем большую елку. Ростик, посмотри, нам остался сделать один этаж. Сейчас мы его быстро наклеим. У нас еще остались киндеры. Вот такая елка у нас получилась. Арина, давай ее украсим. Давай. У нас только полно киндеров еще осталось. Найдемся. Вот это мне. Ой, кажется, что-то тут не хватает. Верхушки. Я вспомнил, что у меня же есть бантик. Ура! Наша елка из киндера готова! Получилось просто обеденье. Елка из киндеров — это самая вкусная елка. Ребята, а вы любите киндер-шоколад? Напишите на комментарии. Я его просто обожаю. Вот такая замечательная елочка понравится каждому ребенку. Пишите комментарии и ставьте лайк. Всем пока-пока.